Всем огромнейший привет! Меня зовут Новосветлова Наталья, и вы на моем канале. И в этом видео мы с вами вместе посмотрим 11-й каталог компании Oriflame и премьер-каталог. Посмотрим, полистаем, обсудим все интересные предложения и новинки. Если вам интересна такая тема видео, то оставайтесь вместе со мной и приятнейшего вам просмотра. 11-й каталог будет практически действовать до последних дней лета, до 25 августа. И он посвящен уже действительно, на нем написано, где-то на краю лета. Очень жаль, что лето заканчивается, прошло оно очень быстро и стремительно. Но, тем не менее, оно было классным и запоминающимся. И давайте уже начнем смотреть этот каталог. На обложке каталога мы видим новый парфюм. И это новая водичка One The Age. И именно с этой воды начинается этот каталог. Новый, дерзкий такой парфюм. Посмотрите, какой у него дизайн. Давайте посмотрим, как он представлен в каталоге. И вот так он представлен в каталоге. Новый, дерзкий, апельсин, женственная кожа и черная фиалка. Но хочу от себя сказать, я уже успела им долгое время попользоваться. Очень мне он полюбился, как вы видите, я его так уже значительно использовала. Он действительно такой яркий, дерзкий, но он не приторный, не навязчивый. Цитрус где-то вот внутри раскрывается и дополнительным таким аккордом, очень приятнейшим, очень таким заманчивым. Такой дизайн клевый, девчачий, мне очень понравился, конечно, дизайн, удобный, и даже с собой в сумочке его очень удобно брать с собой. И в этом каталоге он представлен в самом начале, и, мне кажется, по довольно-таки хорошей цене. В каталоге очень много выгодных цен. И чтобы вы не потерялись, вот нарисован такой ананасик, где написано «Жаркие цены». На этих страничках очень выгодные цены и предложения. Конечно же, здесь есть аксессуары. Если вам они нужны, вы сможете их еще приобрести. И вот как раз-таки мы вместе с вами видим вот этот вот ананасик, где и есть жаркие-жаркие предложения. И, конечно же, здесь у нас кремовые тени очень ярких таких бунтующих цветов. Здесь подводка, фломастер, кто любит красивые стрелки, она такая остренькая, позволяет вам сделать как стрелки максимально тонкие, так и стрелки вы, конечно же, с помощью ее нарисуете, любые, толстые, тонкие, какие хотите. В общем, рисуйте, творите, экспериментируйте, это вот так называется. И как раз-таки вот эти вот тени вам помогут в этом. У меня есть несколько оттенков. Хочу сказать, что эти тени, у меня вот светлых оттенков есть вот эти кремовые тени. Светлые оттенки позволяют на них наслаивать еще любые сухие оттенки, потому что эти кремовые тени вы когда нанесли, они уже подсыхают, то есть хорошо распределили, они подсыхают. И после этого вы сможете нарисовать сверху них любые уже сухие тени. Это тоже довольно-таки интересно, можно миксовать, можно экспериментировать, классно. И здесь у нас еще представлена тушь с эффектом накладных ресниц, у которой щеточка силикона. На странице у нас корректор, который маскирует темные круги под глазами, какие-то несовершенства, можно его наслаивать. И представлен многофункциональный BB-крем. Я, вы знаете, только им начала пользоваться, как дочка сказала мне: «Мам, мне нужна какая-то тональная основа, такая очень-очень светлая, потому что она белокожая». В общем-то, я не успев им насладиться, дочь его закончила и сказала, что он такой классный. А знаете, как молодежь сейчас очень разбирается, я так считаю. Хотя я тоже считаю, что я еще довольно-таки молода. SPF 30 позволяет защитить кожу от ультрафиолета. Если вы куда-то еще собираетесь, да и осенью довольно-таки активно еще солнышко, поэтому это тональная основа BB
крем будет вообще... Он, знаете, он так идеально распределяется, он легкий, у него нету такого эффекта какого-то грима, но, конечно, его можно нанести, немножечко подождать, чтобы он, ну, так скажем, впитался, подсох, и снова наслоить, тогда уже будет такой, знаете, более плотный слой. Но если вы хотите легкую основу, если для молодежи, для подростков, ну, как бы вот, которые хотят пользоваться тональной основой, ну, чтобы был такой легкий эффект, очень подходящий. И вообще, он легкий, он с SPF 30, он незаметный на коже, он даже эффект имеет такого эффекта подстраивания под ваш цвет. Это очень классно, потому что бывает так, что летом мы немножко подзагорели, покупали тональные основы, были более светлые, подзагорели, стали более темные, он все равно подстраивается. И здесь у него три оттенка, и поэтому я всегда все равно выбираю самый светлый, покупаю, и он у меня подстраивается, даже если я и загорела. В страничках представлены кисти. Кисти классные, попробуйте. Но я хочу обратить ваше внимание именно вот на такую оранжевенькую штучку. И эта штучка позволяет вымыть идеально кисти. Она здесь в каталоге называется «Аксессуар для чистки косметических кистей». И на самом деле она работает просто шикарно. Вы ее одеваете на руку, распределяете сюда средства для, допустим, умывания. И по ней вы прям кисточкой возите. Здесь ребристое такое основание, здесь вот такие вот пупырышки. И очень хорошо, бережно очищает кисти, не травмирует ворс. Это, ну, очень большую роль играет в правильном уходе за кистями, потому что кисти обязательно нужно мыть, очищать, потому что они набираются не только тех средств, которые мы наносим на свое лицо, но и еще какой-то подхватывают пыль, грязь и все, что вообще угодно, то, что летает в окружающей среде. Поэтому кисти нужно обязательно очищать хорошо, и именно этот аксессуар вам поможет. На следующей странице также очень много всяких разных приспособлений. Что хочу сказать, если у подростков, дочка моя очень хвалит вот этот вот металлический такой предмет, и правильно он называется инструмент для очистки лица, для удаления прыщиков и черных точек. Он у нее очень в ходу. Ну, конечно, повязка нужна для того, чтобы накладывать маски, макияж, закрепить волосы, очень удобная. Вот эти вот гелевые подушечки, это не патчи под глаза. Это просто такие гелевые охлаждающие подушечки, которые можно положить в холодильник, но не в морозильную камеру. И после этого уберет припухлости, какие-то освежит кожу под веками. Также можно его наносить, я не знаю, эти подушечки, если там ребенок ударился, если что-то такое произошло, и приложить как холодный предмет. И, конечно же, щеточка для очищения лица. Также эту щеточку, она в пластиковом корпусе, также ее можно использовать в маникюре и в педикюре. Хотя в Oriflame есть отдельная щеточка, и она также представлена в этом каталоге, но она в деревянной основе. Если вас что-то деревянное смущает, и вы боитесь, что если оно дерево намокнет, там разбухнет и треснет, то вот эту щеточку можно использовать для лица, а можно использовать для, допустим, там маникюра. Но, конечно, для каждой части своего тела своя должна быть щетка. Не путайте, что если вы ее купили, то вы функционально использовали везде. И на лице, и на теле, и на ногах, где угодно. Нет, это я вам как такое применение именно этой щетки. Конечно же, здесь губка для очищения кожи. Вы знаете, мне она нравится, когда мне нужно там смыть маски, какие-то глиняные, которые присохли на лице, и вот их начинаешь отмачивать. В общем-то, но она, конечно же, забивается. И спонж коньяку, такое бережное очищение для умывания,
с гелем по лицу, пенится. Ну, это такой прям легкий, отшелушивающий такой эффект, слегка незаметный. Я когда им пользуюсь, иногда даже думаю, что ничего особого я и не ощутила на своей коже. Хотя ощущение такого после чистоты, свежести, оно, конечно же... Ну и, конечно же, очень много всяких аксессуаров для маникюра, пилка для педикюра, разделители, всякие подушечки. Очень много прям аксессуаров, и все они со скидкой. Для душа. Для душа, вот посмотрите, тоже варежки, мочалка, тюрбан для головы, расчески. И вот здесь вот представлено, в этом каталоге очень давно не было со скидкой, представлены щетки для тела. И вот эта щетка, это совсем другая щетка, чем которую я вам показываю. Эта щетка отличается от той, которая с деревянной ручки, отличается ворсом. Здесь нейлоновый ворс, который именно предназначен, вообще сама щетка, раз она в пластиковом как бы окромлении, пластиковый корпус, пластиковая ручка и нейлоновая щетина, которые позволяют именно в душе, в бане, то есть это... Такая щетка именно для уже таких вот принятия ванн, где там можно хорошо с ней подольше посидеть, и этот пластик не будет бояться там растрескивания там или еще чего-то, как в отличие от деревянной щетки. Длина ручки 31 сантиметр, довольно-таки длинная, удобная, то есть удобно сделать там по спинке, хорошо размассажировать тело в душе, начиная с ног это и поднимаясь вверх-вверх-вверх. Проработать этой же щеткой, конечно же, тоже можно всякие проблемные участки, это бедра, это ягодицы, и после уже там нанести антицеллюлитный крем, чтобы усилить действие. Здесь представлен тюрбан, вот этот вот розовый. Вы знаете, его можно использовать не только как для того, когда вы вышли из ванной и нанесли его уже на волосы, закрепили. Его также использовать, когда вы наносите маски на волосы, для того, чтобы усилить эффект действия маски. Тоже очень удобен, поэтому он хорошо будет держаться, закрепляется. Там есть специальная такая как петелька, за которую вы вот этот кончик ставите вот сюда, в эту петельку, и у вас все будет держаться на голове, и никуда ваш тюрбан не будет падать. Конечно же, хочу похвалить это вот эту вот массажная перчатка. Она не только массажная, но она еще, конечно же, и пилинг от нее. На нее распределяете гель для душа, скраб для тела, и с помощью ее моетесь. И, конечно же, использовать удобнее две такие перчатки для того, чтобы было удобнее и комфортнее вам принимать ванну. Мне очень понравилась обновленная линейка средств для волос HairX. И здесь в каталоге представлена серия для окрашенных волос. Пользуюсь с большим удовольствием шампунем и кондиционером. Вот эту вот еще обновленную маску не успела попробовать. Цвет действительно на волосах сохраняется дольше, потому что вот я по себе замечаю, когда я пользуюсь какими-либо другими там шампунями, я вижу после того, как шампунь начинаю смывать, вижу в ванне свой цвет, который смывается у меня с волос. При использовании этого шампуня минимальный оттенок получается вот воды, который я вижу. Мне очень нравится, после какие волосы, эффект классный. Поэтому рекомендую, попробуйте, если вы красите волосы и хотите максимально дольше сохранить цвет, то как раз-таки эти шампуни-кондиционеры вам в помощь. Линейка для всей семьи. Линейка Love Nature представлена в большущих объемах. Ой, какой вкуснячий. Именно вот этот вот малинка. Очень отшелушивающий гель для душа малина. Очень вкусный. Очень такой... Ну, они все пенятся, конечно, хорошо. Но здесь у нас представлены два геля для душа. Один из которых еще с эксфолиацией. Это малина как скраб. И представлены два шампуня. Но шампунями вот из этой серии у меня пользуется дочка,
Вот, а я предпочитаю использовать вот из линейки HRX шампунь. Но вот эти гели для душа я очень люблю. И вот этот вот малина в особенности, потому что он с такими отшелушивающими частичками, очень бережными, нетравматичными абсолютно для тела. Ну, классный. А аромат какой? Ну, просто это просто нужно пробовать. Хочу сказать вам такой честный отзыв. Дочери моей вот этот вот шампунь, кондиционер для всех типов волос из вот этой вот линейки не понравился. Она говорит, нет, мам, это мне не очень-то подошло, поэтому вот все-таки из Love Nature ей больше подходит и как бы больше нравится. Раньше я вообще очень часто покупала серию шелк, но это было очень давно. Но сейчас такое разнообразие всяких серий, что я к ней как-то вот не успеваю вернуться, так скажем. И вот она мне так нравилась, она перевыпускалась, я просто от нее обалдела. Действительно, серия шелк не зря так названа, потому что ваша кожа будет действительно шелковистая. И мне в этой серии нравилось особенно мыло, крем для душа и крем для тела. Но крем для душа я использовала в основном это в зимнее время, когда уже включалось отопление, когда кожа была довольно-таки такой уже суховатой, пересушенной. И вы знаете, когда еще вот кремообразные все-таки гели для душа, я больше вот любила, оценила, когда, если в зимний период времени мы отправлялись в отпуск, да, в жаркие страны, потом возвращались, но приходилось после возвращаться уже в морозы и одевать уже вот эту вот теплую одежду, а кожа настолько страдала, что ей было мало, не только нужны были лосьоны и крема для тела, но и использовать было нужно такие кремообразные гели для душа. Вообще, вот просто супер. Попробуйте, если вам это интересная тема. Пока-пока еще есть солнцезащитная серия. Кто собирается в отпуск, хвалю, люблю, не перестаю вам повторять. Шариковые дезодоранты представлены и очень мною любимый очищающий гель с дезодорирующим эффектом. Именно вот этот вот, видно вам, не знаю, беленький. Ой, обожаю, обожаю, просто шикарный. Наконец-таки порадуют малышей. Мои детки уже подросли. Но малыши, кто любят вот эти мультики, о, это супер-супер подарок. Мне кажется, это будет так приятно. Это такое мыло красивое. Это такой красивый шампунь для волос и тела. Семейки, подходящие для девочек и для мальчиков. Страничка. Прикольно пахнет вообще. Формула без слез, нежно очищает кожу, тело и волосы. Клево, очень супер. Но когда, вы знаете, я увидела вот эту зубную пасту, я обалдела от дизайна, круто. Но когда я еще увидела, что страничка ароматизирована, первый раз такое, страница ароматизирована зубной пастой. Я думала, о, вообще что-то с чем-то, хранитель, лев. Новинка, ой, супер, 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 но тоже для маленьких деток, ой, для них просто супер, ой, я бы купила прям сразу. Ах, купите при покупке любых двух разворотов и зубные щетки, какие классные вот эти. У меня, когда Илюха был поменьше, вот эти зубные щетки с присосками, какие они клевые, девчонки, кто вот, может быть, не пробовал, не покупал своим ребятишкам. Вот эти вот такие вот лапки, они присасываются, допустим, к раковине и стоят, никуда не падают. Ребенку настолько интересно становится чистить зубы, о, просто супер. А вот с такой зубной пастой они будут это чистить с удовольствием с 2 до 6 лет. Ну, конечно, можно и старше, но с 2 до 6 уже зубная паста, именно это рекомендовано, разрешено. Мыло разные, на любой вообще дизайн, какой нравится, цвет, аромат, ну супер. И давайте еще посмотрим, что-то я здесь интересное еще видела. А вот здесь, вот на этих страничках представлено вот это вот отшелушивающее мыло «Шведский спа». Я вам его очень рекомендую, это мыло для тела.
Вы знаете, как я им пользуюсь? Вот оно, еще вам поближе покажу, вот оно. Оно такое мыло очень удобной формы, и там с другой стороны пупырышки. Это мыло, оно с такими, с какими-то водорослями и отшелушивающими частичками. Вы именно помылись гелем для душа, потом берете это мыло, уже все, на влажное тело, начинаете вот такими вот массирующими движениями просто намыливать свое тело именно этим куском мыла. Вы ощутите скрабирующий эффект, вы ощутите аромат, вот произойдет такое арома какое-то, я не знаю, блаженство от этого мыла. Оно мне очень нравится. Вы знаете, оно, ну, действительно чудесное и с телом творит чудеса. После этого кожа такая, знаете, какая-то чистая, она прям скрипит, она прям, ну, классная. Попробуйте, я вам очень рекомендую. Что еще тут интересного есть? Пока о чем думала, хотела вам сказать, здесь этого средства нету. Давайте пролистаем несколько страниц. И очень-очень, что меня порадовало, наконец-таки линейка Novage начинает быть представлена уже не в наборах, а по отдельности, и продукты есть со скидкой. Средство для умывания и скраб 2 в 1 для мужчин. Вот. Клево, очень многие мужчины хотят ухаживать за собой. И как раз таки мы уже долистали с вами до очень мной любимой темы, и это тема парфюмов. И в этом каталоге смотрите, какой представлен парфюм со скидкой. Хочу вам его показать вот так и уже поближе, потому что в этом каталоге представлены очень вкусно пахнущие парфюмы. Это, конечно, парфюм для туалетного столика, это, конечно же, парфюм такой девчачий, очень вкусный. Розовый ревень здесь, белая амбра, красноцвет. Его можно как открыть, повернуть, так и закрыть. Смотрите, какой очень красивый флакон, вообще просто... Да, вот такой красивый. Он очень вкусно пахнет, но вот у меня он такой, вы видите, как надо накачивать, чтобы он брызгал. И он прям мелко-мелко брызгает, у меня почему-то вот с ним вот так. Но, тем не менее, если долго мучиться, то аромат очень вкусный. Очень вкусный аромат. Вот сейчас у меня такое тут облако очень вкусное. Летний такой... волнующий какой-то аромат, аромат свежести. Хотя, вы знаете, амбра, конечно, создает такой эффект небольшой сладости, но тем не менее, аромат вот такой вот красивый, классный. Следующий аромат, на котором я хотела остановиться, это аромат My Destiny. И он тоже представлен здесь со скидкой. И вы знаете, что самое главное интересное, что когда вы заказываете этот парфюм My Destiny, вы не знаете, какой именно флакон вам придет, потому что каждый флакон, он абсолютно отличается от другого. Вот эта вот полосочка вот этого вот турмалина, она при изготовлении флакона, она по-разному будет как-то распределиться вот именно в стекле. И вы, когда только откроете коробочку, вы увидите, какой же вам достался вообще флакон и аромат. Лотос, пион и турмалин. Вот такой вот аромат, больше подходящий, как мне кажется, такую на теплую-теплую осень. Вот такой вот аромат. Ну и вот как раз-таки он именно в конце лета и представлен со скидкой. Очень такой интересный, красивый флакон. В общем-то, тоже такой парфюм, достойный внимания. Дальше листаем, что же мы с вами видим интересного. Конечно же, кто еще интересуется летними аксессуарами, кто еще не успел что-то купить, кому нужно что для
отдыха, отпуска, всякие аксессуары. Конечно же, девчонки, wellness. Как без него? Вы знаете, я вот пью wellness на протяжении уже нескольких лет, да, нескольких лет. Ой, даже уже боюсь потеряться, сколько же лет я пью, но явно лет 7, наверное, как только он появился в Oriflame, может быть, чуть поменьше. И я стала за собой замечать. Я, конечно же, пью Wellness Pep, в котором содержится и астаксантин, и рыбий жир. Но вдобавок, если вот сейчас осень начнется, и какие-то эффект простуды, нагрузки у детей, тогда нужен рыбий жир добавить количество. Если простуды, там еще что-то, астаксантин при первых признаках заболевания. Я, конечно же, пью Wellness Pep и замечаю Wellness Pep. Это вот такие коробочки, которые есть для мужчин и для женщин, которые вы постоянно видите у меня в пустых баночках. Также есть витамины, минералы, женские, мужские по отдельности. И я замечаю, что если я в этот день не выпила Wellness Pep, забыла по каким-либо обстоятельствам, или утром у меня не было времени, я ушла и не выпила, то к середине дня я понимаю, а что-то я как-то приустала почему-то, как-то странно. И я понимаю, что я не выпила Wellness Pep. Вот. Организм сам уже дает и показывает, что мне было с тобой очень хорошо. Когда ты его пила, я был, организм, я имею в виду, более работоспособен и более вынослив. Поэтому без пищевых добавок сейчас вообще никак, никуда. Все развитые страны, в которых средний продолжительность уровня жизни намного больше, чем у нас, пьют все пищевые добавки. Вот. Делайте выводы, делайте выводы. Без пищевых добавок просто никак. И давайте уже к линейке Optimals перейдем, к средствам по уходу за лицом. Это вообще тема очень всегда меня интересует, она мне очень интересна, близка, и я люблю пробовать новые продукты и вообще все крема. Уходовые, гели, тоники, ну, в общем, все что угодно. Хочу вам показать, что тот продукт, без которого я просто уже не представляю, как можно. Это матирующие салфетки. Очень их люблю, они мне очень нравятся, и с ними удобно поправлять макияж, чтобы, допустим, нанести снова там пудру, припудрить там или еще что-то, промокнуть, убрать блеск, а потом нанести пудру. Вот этот вот новинка, матирующий ночной крем для жирной кожи. Еще не успела я его протестировать, но купила, мне очень интересно, потому что иногда утром я просыпаюсь, и мое лицо не имеет какого-то излишка сального блеска. Но иногда я просыпаюсь, на моей коже столько вот этой жирности, всякой излишней, которая, ну, понятно, что я умываюсь, ее убираю, но тем не менее хочется с ней как-то бороться. И вот этот вот крем ночной, я думаю, что будет в помощь. Здесь представлена вот эта вот линейка с витамином С, ограниченная серия. Купила ее всю целиком, снимала и показывала во влогах вам. Она мне очень понравилась. Конечно, средство для умывания – это скраб, не для каждодневного использования. Гель-крем для лица классный, очень классный. Я его использую на лицо, на шею и на декольте. И маска для лица, мне ее первый раз хватило на 2 раза одного пакетика, а следующий раз мне хватило уже на 3 применения. Конечно же, обратите внимание вот на эти странички, где средства NovAge представлены, наконец-таки их можно купить по отдельности, и они представлены со скидкой, поэтому можно уже начинать собирать себе комплекты, то есть в этом каталоге купить этот продукт, в следующем, я думаю, будет что-то другое, там можно докупить и целиком собрать наборы. Классно, классно, наконец-таки нас услышали, просто супер. Вы знаете, сегодня я давно не использовала
Мне дочка вообще пользуется вот этой серией алоэ. Сегодня я использовала вот этот гель для умывания. Ой, какой у него аромат! Какой вот он все-таки классный! Вот прям очень его люблю. Очень люблю. А вот это вот средство 3 в одном. Я его купила и буду использовать. Это вот такое оно кремообразное средство молочком. Буду использовать его уже в более холодное время. Вот эти крема... У меня муж прям их как будто бы, не знаю, съедает. Использует прям вообще по полной. И уже декоративная косметика. Декоративная косметика. Новинка. Силиконовый спонж для нанесения тональной основы. Подробнейше вам сняла нанесение тональной основы, где вы сможете увидеть во влоге. Мне он очень понравился. Также мне очень понравился закрепляющий спрей для макияжа. Сажусь вот в какую-то машину свою, она у меня нагрелась от солнца, и макияж никуда не плывет, понимаете? Вот круто, круто вообще для каких-то вечеринок. Использовать летом, в отпуске, да вообще для каждодневной жизни, для того, чтобы у вас макияж на работе держался отлично. Просто супер! Побрызгали на лицо, и макияж на месте вообще просто супер и ах! Хочу вас обратить внимание на вот эту вот новинку на двухфазное масло для ногтей и кутикулы. Вот оно, да? Мне оно очень понравилось. Приятнейший аромат. Хоть у меня и нарощенные ногти, но я вам уже подробно снимала и здесь снова вам расскажу. Второй год я ношу ногти, не снимая, и снимать как бы не хочу. Но я реально понимаю, что нужно за ногтями ухаживать, и нужно, чтобы ногти все-таки были под вот этими искусственными ногтями здоровы и крепкие, тогда эти будут держаться хорошо, да? И что мне? Вот этот продукт мне просто в помощь. Ничего сложного, ничего сложного. Посмотрите, какой он. Приятно пахнет. Я, конечно, его использую вечером, на ночь. Наносим вот так вот по кутикуле. Понимаете, да? На все пальчики. Можно подержать, чтобы впиталось хорошо. А можно прям вот такими вот массажными движениями растереть, помассажировать, распределить везде, смягчить кутикулу. Если нужно после этого масла, даже можно отодвинуть кутикулы. То есть вот так вот все это сделать. И смотрите, какой ухоженный ноготок, какого-то излишка блеска, жирности абсолютно нет. В общем-то, вот такая вот новинка, двухфазное масло для ногтей и кутикулы. Очень вам рекомендую, очень рекомендую. Понравилось мне это средство. В линейке Color Box у нас здесь новинки. Это вот такие вот румяна. Заказывала у меня уже подружка. Такие вот розы. Очень красивый такой цвет. Небольшой объем, но красивый цвет. Хватит, в принципе, его надолго. И появились новые бальзамчики для губ Color Box. Я думаю, что они будут давать такой приятный, нелипкий оттенок. В общем-то, подходящие для подростков. И когда вот себе нужно что-то быстро нанести. И тем более будет давать цвет тоже очень-очень классно. Давайте пролистаем дальше, посмотрим, что же тут еще супер-супер интересного, на чем нужно остановиться, заострить ваше внимание. От себя хочу сказать, что я очень люблю вот эти шампуни, кондиционер, молоко и мед. Раньше вообще только ими пользовалась. Кстати, они у меня в запасе даже и есть. Очень мне нравится качество волос, которое после. Маска для волос просто шикарная. Просто шикарная серия. Восстанавливает напитывает сухие какие-то изнеможденные волосы. Ну, просто, просто супер вообще. Дальше, что у нас здесь интересного? Вот мужской парфюм Excite. Ой, как я его люблю. Вы знаете, вот когда у меня муж пользуется таким парфюмом, когда он у него есть, да, ой, я прям
хожу за ним, и прям этот аромат меня просто манит. Вот просто манит. Эклали, вот сейчас у него есть этот парфюм. Знаете, тоже очень приятный, очень мне он нравится, да. Но вот тот, Оксайд, он прям ах, ах и ох просто. Так. И вы знаете, долистали мы до мной очень любимого аромата. У меня много любимых ароматов, есть самые-самые любимые, и причем это не один аромат, есть любимые ароматы, есть очень хорошие ароматы, ну, в общем, можно до бесконечности перечислять. Есть, конечно, ароматы, которые мне не нравятся, которые у меня есть, но я их не использую, не люблю или думаю, что как бы быстро добрызгать. Но вот этот аромат. И что вы думаете? Giordani Gold Essence. О, у меня было уже их несколько. Мне очень нравится этот аромат. Он такой, знаете, дорогой, такой серьезный. Немного такой волнующий аромат. Он хорош для работы. Он такой, знаете, как-то презентабельный, что ли. Я не знаю, вот какие слова к нему подобрать. Ну, не знаю, подбираю. Да, вот он, знаете, он такой, он дорогой. Мне кажется, женщина, когда обладает таким парфюмом, она, знаете, такая самодостаточная, знает себе цену. Этот аромат, он не то чтобы для взрослой женщины, нет. Он для женщины, которая знает себе цену и которая, наверное, ценит себя. Поэтому, девочки, любите себя, цените себя. Я вам напоминаю об этом. Да, этот аромат классный. Конечно же, представлены продукты с очень хорошей скидочкой. Средства для снятия макияжа с глаз представлены в двух вариантах. Для водостойкой косметики и обычной. И вот для обычной я, конечно же, призапасусь. Вот это вот средство для снятия водостойкой косметики на постоянной основе я вам не рекомендую использовать, потому что оно подсушивает область под глазами. Ну, сами понимаете, чтобы снять водостойкую косметику, нужно более такое средство посильнее, да, так скажем, или с другими компонентами. Вот оно у меня подсушивает область под глазами. Вот это вот работает замечательно для снятия лака, и у нас влажные диски для снятия лака. Ну, то есть два продукта для снятия лака в разном исполнении и два продукта для снятия макияжа. Так. Дальше листаем, и дальше мы видим с вами тональную основу со скидкой. Вы знаете, хочу вас еще обратить ваше внимание, что тональная основа здесь у нас представлена, антивозрастная тональная основа. А в премьер-каталоге представлена по очень-очень хорошей цене тональная основа. Так, сейчас мы ее обязательно найдем. Стойкая минеральная тональная основа, обратите внимание, вот я сейчас пользуюсь именно вот этой вот, хотя антивозрастную тоже очень люблю. И у меня сейчас, раз у меня есть загар, у меня оттенок естественно розовый, а обычно я всегда беру фарфоровый. Да, потому что чаще всего макияжа, загара как-то нету. Живу я на Южном Урале, у нас большее время, все-таки у нас холодно и зима. Но то, что такое разнообразие со скидкой тональной основы из линейки Giordani, классно. Листаем дальше. Девочки, это что-то с чем-то. Маска ночного действия, как я ее люблю. Это маска для ленивых. Нанесли на крем и легли спать, и она работает. После кожа ухоженная, шелковистая, подтянутая. Во, класс. Следующее, что я вам покажу, это скраб из линейки Novage. Вот он, да, вот он представлен. Содержит молочную кислоту.
В нем такие гранулы, которые бережно отшелушивают. Бережный такой происходит пилинг от мертвевших вот этих клеточек, шелушинок, всего что угодно. Не травматичен. Подходит для сухой кожи, для чувствительной кожи, ну и само собой для жирной комбинированной, для любой. Но именно для тех, кто у кого тонкая кожа. Идеальный продукт, идеальный. 100 мл хватает очень надолго, и вот он есть. Если вы хотите, чтобы вот эта маска эффективнее и лучше действовала, умойте средство для умывания. Используйте скрабик, нанесите крем для век, ночной крем, а сверху нанесите вот эту маску. Вы просто утром не узнаете свою кожу. Супер! Супер, просто супер. И, конечно же, в конце каталога практически у нас уже представлен набор по очень выгодной цене. Все такое в сиреневой гамме, в отличие только от крема для рук шелк. Ну, вот такой вот наборчик. Гель для душа, крем для век, крем для лица, маска очищающая, крем для рук и смягчающее средство. Очень-очень интересно. И завершает наш каталог 5 цветов губной помады. Пополнилась линейка помад, стойких помад. У меня очень большое количество вот из этих цветов есть. Они отличаются, потому что здесь представлены разные губные помады. Стойкая губная помада и стойкая суперматовая губная помада. Вот стойкая суперматовая губная помада, она более такая сухая, и она немножечко, у меня, по крайней мере, подсушивает губы. А именно стойкая губная помада, она более такая, более какая-то, вы знаете, гелеобразная, что ли. Ну, новинки появились в стойкой суперматовой губной помаде. Очень интересные цвета такие, яркие и насыщенные. Один только верхний цвет, более такой вот какой-то приглушенный. Вот так мы пролистали вместе с вами каталог. Давайте посмотрим все-таки премьер-клуб, потому что вы меня просили, чтобы премьер мы тоже вместе с вами обсуждали. Парфюм Nozzle Glow. Недорогой, знаете, такой парфюм. Приятный аромат. Есть он у меня, он не стойкий, но легкий. Сыну моему очень нравится, он говорит: мам, так вкусно пахнет. Следующее, что тут интересного, я, конечно, интересное вижу эту новинку. Очень жду появления вот этой вот туши. Тушь 5 в 1, это тушь, которая пользуется максимальным успехом, она максимально продаваемая тушь, ну, по крайней мере, у меня. Ее знают миллионы уже женщин, а здесь у нас появилась мегаобъемная тушь для ресниц 5 в 1. В общем, это новинки я, конечно, очень жду. Интересно. Новый мужской парфюм Венше Пауэ. Интересно, интересно. Кстати, в каталоге можно приобрести пробник этого парфюма. Следующее. По очень выгодной цене представлены крема для рук 69 рублей, легкие, приятно пахнущие, у всех каждого разный аромат крема для рук. Да. Дальше, здесь уже представлено большее количество продуктов, это, конечно же, тональная основа, про которую мы с вами уже поговорили, круто. Кисть для пудры румян, которая складывается, собирается, ее очень удобно брать с собой. Здесь у нас зеркало такое компактное. В праздничном дизайне у нас представлена тушь 5 в 1, но я жду новинку. Следующее, что мне нравится и интересно, очень хорошие вот эти вот бальзамчики для губ. Они дают цвет и очень приятно пахнут. Интересует меня, конечно, силиконовый очищающий диск для лица. Вы видели его в моем заказе, заказала его подруга себе. Также она взяла вот эту кисть кабуки. В такой она упаковке приходит, в подарочной, очень красивый. И силиконовый диск вот этот вот тоже. Так что даже очень
приятно подарить. Так, наборчики разные. Давайте здесь посмотрим, что у нас вот классная вот эта вот серия. Это у нас лосьон для рук и тела. Очень люблю Essence Go эту линейку. Мыльница очень красивая. Вы знаете, не так давно я купила вот этот вот крем для депиляции, попробовала, он действительно работает, нанесла его на ноги, подержала 10 минут, в комплекте с ним еще есть лопаточка. Да, все, потом вот этой вот лопаточкой проходишь, все удаляются волоски, все, в общем-то, прекрасно, понравился, действительно работает. Полотенце, пенка очень вкусная, тальки. Возьмите, запаситесь, пока есть, кто пользуется, кому нужно, потому что многие тальк используют как подмышки, под грудью, между ног, где трется, ну, если вот женщины такие с комплекцией. Так что тальк применяют для этого. Конечно же, что у нас здесь еще интересно? Всякие аксессуары, колготки. Колготки, кстати, хорошая цена, 129 рублей, размер тройка и четверка, ну и разные-разные аксессуары. Для работы всякие листовочки, блокнотики, ручки, конечно, и в конце вот это вот предложение, которым я не пользуюсь, вам так сразу скажу. Ну и, в общем-то, вот так мы с вами все обсудили, посмотрели, полистали, обо всем поговорили. Об 11-м каталоге и о премьер-клубе к 11-му каталогу компании Oriflame. Каталог замечательный, много чего интересного. Не пропустите, конечно, отдельные продукты из линейки Novage. Попробуйте новый парфюм. Обязательно побалуйте свою кожу классным скрабиком. И много чего интересного вы сами найдете в этом каталоге. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Я вас обнимаю, очень крепко целую. Не забывайте любить себя. Вы у себя одна. Вот. И буду с вами прощаться. Пишите комментарии, задавайте вопросы. Я вас обнимаю, очень крепко целую. И всем вам пока-пока!